мы начинаем сет номер 2 специального мануального массажа с воротниковой зоны. То есть вот эту плечи-копчиковую зону отработали, да? Теперь у меня свои названия зон. Не возмущайтесь там, кто за право писания, не чисто писание там. Конечно, у нас же все авторское. Вот мы закончили, сбросили, да? Опять стали в исходную позу, да? И теперь растираем по половинке с этой стороны, вот так вот, инверсированными ладонями на ногу пересели, да? Сверху вниз, вот центр периферии, еще плечо захватили. Вот 2-3 прохода таких резких. Сразу жар пошел, чувствуешь? Угу. Тепло такое пошло. Почему мы плечо захватили, а мы приговариваем человеку, а вот вы плечи не заказывали, а мы вам сделали бонусом. Оплачивать не надо. Вы же только воротничок заказывали, да? Теперь берем мышцу, вот так вот захватываем, да? Вот так, прищепка, да. И ее вот в трех местах получается. Раз, два, три. Трапецию. Раз. Потянули туда, сюда прям сильно. Раз, два места. Три. И в длину потянули, так медленно вытягивая, да. И пересели на другую ногу с этой стороны. Раз. Плечо не заказывали, а вот он второй бонус прилетел. Растерли и потянули. Вытягиваем в длину, выровнялись по центру, вытягиваем все вместе по центру. Опять палец попал на соприкосновение ключицы и акромиальной отростки. Тут пунктурную точку прожали, а остальные руки поджались и развернулись вот так вот, в куриную лапку. Если помните, мы расширяли, видно, от центра в стороны. Вот такой прием. Значит, попали вот сюда, в эту точку. И отодвигаем мясо от костей, дельтовидные мышцы вокруг всего плеча. Это мы нарисовали эполеты. Прием называется эполеты. Эполеты, знаете, да, что это такое? Гусарские. Гусарские, да. Натянули на себя ткань. И рука превратилась в кулак. Прямо вот туда. Где-то есть такая песня, своя, по-моему, рука. Да, да, да. Превратилась в кулак. Вот. И прям туда, в тело, прям силой. Приговариваю, чтобы человек потерпел. Потерпи чуть-чуть. Я еле-еле. Дружок, потерпи, потерпи. У меня уже кончилось терпение. А сейчас еще будет. Шея кончилась. Значит, доходим вот до сюда, до черепа, до черепа. Кулаки остаются у нас. И вот этими косточками. Опасно. Слушайте. Этими костяшками мы как бы шейные позвонки разделяем на части. Как бы разрезаем на колбаски такие, вниз так вот раз, раз, как бы разделяем эти позвонки. Сейчас упадет голова. Семь надрезов сделаю. Вот, после этого тяжело, да, предлагаем отдохнуть. Давай, дружок, выдохнем, фу, и мы как бы вот немножко расслабили эти мышцы. Это действительно очень не каждый выдерживает. Вот так вот расслабили. И один делает. С вибрацией, видите, с вибрацией вот так вот. Одной рукой, другой рукой, мелкодробная вибрация и потом посильнее вибрация, вот так вот. Можно поподкидывать вот так немножко, чтобы снять напряжение, да? Теперь рука превращается в шестеренку. И мы подкидываем вот эти мышцы по очереди пальчиками. Раз, два, три, четыре. Видите, по очереди каждым пальчиком. Вниз. Сдвигаемся. И вверх. Но все движения идут не туда вниз, да, а вверх. Трапеция приятна, когда ее тянут вверх на растяжение. Видишь, она уже мягче стала. Смотри, кстати, как болтается. Uh-huh. Видишь, прям вот, прям колышется вообще, как желе. Там же. И спина превратилась в желе. Доходим до черепушки. И натягиваем себя. Тут желательно вообще отойти прям шаг назад. И вот снимаем мою позу, как я прям вот весь. Позу, видно позу? Прям дрожим. Обратите внимание, что, опять же, если этими костяшками вы зацепитесь, это больновато. Поэтому ставьте вот так ладонью сферой вот этой. Вот так вот, плоскостью, да? Плоскостью. И вот так натягивайте. Так вот менее больно. Продрожали. И тем самым мы подошли к волосяной части головы. Дальше у нас пойдут точки, пойдут ушки. Но об этом в секретном следующем сете. Сете номер 3 от Олега Алафагудина. Ловите. Ловите.